All right. Всем привет, ребята. С вами я, мистер Потэпокси. Сегодня вы не ожидаете, но я вам покажу Lego Finance Express. О, у нас круто там все. Lego Finance Express. Да. Next Weekly Challenge. Extra Life, Ready Brush, Golden Freddy Brush, Abandoned Decorations, Timer, Halloween Decoration, Bronx Raid Trophy, Endo Head Chica, Kaki Chica, Lights of Skin, Sparky, Silver Frey, Shadow Golden Frey Skin, Melted Frey Skin, Pro Player, Mazafist Trophy, Golden Frey Trophy. Окей, такие у нас подарочки. Ладно, похвали. Новая игра у нас. Help One, Brave Asbury's Pizza, Family Pizzeria Looking. Сегодня пройду, пожалуй, первую ночь, вторую и, возможно, третью. Попробую пройти. Окей. Офис у нас в стиле Лего. О, носит. 10 вот этих получил. Прикольно, у меня есть. Oh, это человек. Да, короче, что это за фунгай такой был? Короче, это первый ФНАФ, но переделан в Лего. Явно записка. Так. О, прикольно. Окей. Это у нас офис. Носит крабуля. Фредди блока. Лол. О, понял. Я лучше буду энергию хранить. Сейчас ночь. А то энергия тут тоже в окно поднять тоже быстро уходит. Да что буду экономить. Я играю первый раз в League of Naf, так что это первая часть. Разработчик, по идее, сейчас делает вторую часть этой игры. Но будет еще третья часть. Но четвертой части не будет. Будет первая, вторая и третья. Так что да, это первая часть. Так, Чика и Фредди на месте, Бонни куда-то. Куда Бонни? Ага, Бонни здесь. Лего Бонни. И у нас есть жизнь, кстати. Жизнь у нас есть. 10 монет получено. За то, что нажал на нос. Так что да, у нас вентилятор есть, кекс. Часа уже. Где Бонни? Окей. Бонни еще находится здесь. Сегодня еще не придет. Окей. Носик хорошо работает. Пора бы энергию поэкономить. Потому что энергия нам дорожа, чтобы выжить. Сейчас 3 часа, по идее, будет. Ой, да, 3 часа. Привет. Ты уже здесь, Бонни. Окей, ушел.
Это внезапно было. Бонни уже только пришел. Так, чик еще не пошел. Фокси. Фокси первый ночь активен. Что? What? Фокси на первой ночи активен. Прикольный нос, кстати, Фредди. У него другой... И, кстати, у него другой эффект есть. Входа в офис. Почему Фокси активничает на первую ночь? Пойди на вторую ночь. У меня курсор в виде вот этой штуки. Окей, Бонни уже здесь. Бонни. Что пока говорит? О, уже Чика пошла. Чика. На этой камере стоит. Ой. Он, по идее, должен тут появиться. Бонни. А что дальше? Это только первая ночь. Привет. Хай, Бонни. Это все в виде лего, я слышу. И звуки тоже из лего. Это все лего. Это не тот FNAF, это лего. И в лего там даже звуки дают полезность. Все как в стиле лего. Так что да. Чика уже здесь. Но прошли ночь. Ей. Когда Бонни уйдет с твоей левой культуры. Не появится, уйдет. Я куплю, пожалуй. Окей, может disable или enable. Но я enable это сделал. Все, у меня теперь Бонни плюш. Плюшевая игрушка Бонни. Chica plush. This figure on yellow tag will get hit if when Chica left your right door. Окей, это игрушка подсказка, когда Чика покинула дверь. 500 баксов, у меня 610. Покупаю. Так, все, может тоже сделать. Но я оставлю. Все, Бонни мы купили, и Чику тоже. Жаль, на Фокси не хватает. Все, больше на эти деньги мы ничего не можем купить. Окей, это все. Погнали вторую ночь.
А вот они, наши плюшевые щиты пони. Круто. Я получил за это. Короче, Фанга ничего не говорит. Мне самое понравилось, это Гост, как я пытался озвучить. Это смешно, Фангани. Окей, а вторая ночь будет Гост. Ничего, у меня есть Чика и Бонни. Плюшка. Мне теперь будет легче ходить в игру. Бонни не будет пускать, когда Бонни покинул дверь. Чика тоже будет. Только энергии будет. Окей, Чика ушел. Он подпрыгнул. Вот часто Бонни ушел, как только подпрыгнул. Чика то же самое будет делать, что и Бонни. Будет прыгать тогда, когда Чика. И Бряс не меньше энергии, как мне Бряс больше. Два часа уже. Никого нет. Бокс еще не хочет. Своя, бокс еще не хочет. Окей, два часа. Я еще даже ни одной жизни не успел. Что, это что металлический, как лего. Кто сказал? Может, это есть газетная вырезка секрета? Ну, тут есть носик.
которая помогает мне. Да, бокс что-то не активирует. О, хорошо, пони свалил. Лаки, пони свалил. Часов почти вышло. Андрей ночью уже в рейд пойдет. В рейд. Так что... Нет. А что это такое? Так, пони нигде нет. Окей, у нас кухня закрыта. Окей, прошли ночь. Понятно, этот Фокси будет мне предупреждать, когда Фокси уйдет со своей бухты. Я куплю эту игрушку. Окей, я покупаю. Также можем Disable делать и Enable. Но я возьму эту игрушку, потому что нам не пригодится. Все, у меня есть Фокси теперь. Так что да. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если хотите больше роликов. С вами был я, Мистер Фотобокси, всем адьос, Анкор!